сразу куда потерял. Алексеевич, товарищ Василий Алексеевич, старший солдат, сержант Башкарев Александр Владимирович. Сергей Рустам Сергеевич, солдат. Бербат Вячеслав Алексеевич, солдат. Старший сержант Благоверный Владимир Александрович. Евстратий Валентин Петрович, рядовый. Шерстиченко Игорь Александрович, рядовой. Младший сержант Андрощук Олег Владимирович. Шапель Александр Михайлович, сержант. Уйманов Геннадий Викторович, сержант. Бондаренко Сергей Александрович, солдат. Гран Виталий Григорьевич, сержант. Сержант Шапель Александр Михайлович. Попали в плен благодаря преступным действиям нашего командования, которые отправили нас на верную смерть в ролик пушечного мяса, не обеспечив даже самым необходимым – водой, едой и так далее. Вывезли в лес в тентовых машинах, мы даже не знали, где мы находимся, выкинули, дали одну или две лопаты ночью на 30 человек. Под обстрелами сразу были ранены пушечным мясом. Вот и все. Мы мобилизованы. 79-я бригада. Хотелось бы добавить моим сослуживцам, мобилизованным. Не идите, не берите в руки оружие. Сдавайтесь в плен по возможности. По любой возможности малейшей. Не выполняйте преступные приказы, которые нам отдают или пытаются отдавать непонятные командиры, которые даже не знают ни списков, ни фамилий, никому они и кого отправляют.